Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина, и в данном видео я хотела бы поделиться своими впечатлениями о пройденном у Оксаны Шайковой тренинге «5 ступеней восхождения к идеальной жизни». Данному тренингу предшествовал соответствующий марафон, автором и ведущей которого была Оксана, и после которого я поняла, что мне нужен человек, который поможет мне разобраться в самой себе, собрать меня любимую для себя и поможет мне выйти из тех длительных, затяжных и разрушительных для меня отношений. Такой человек нашелся. Им оказалась Оксана со своей уникальной программой и авторскими методиками, трансовыми и медитативными. Я не скрою, поначалу было очень тяжело, просто трэш. От медитации крутила и ломала так, что хотелось все бросить, выключить звук, выкинуть телефон и дальше самой уже потихоньку как-то ковыряться, находить выходы из всех сложившихся ситуаций. Ну, потихоньку стала отпускать и стали уходить ситуации, научилась отпускать людей, научилась отпускать мысли, которые меня в эту ситуацию, по сути, загнали. И к концу этой программы я смогла посмотреть прямо в глаза своим проблемам, которые на тот момент у меня существовали, и понять, почему я туда попала и зачем мне этот опыт был дан. Дальше уже возник совершенно другой вопрос о моем предназначении как таковом в этой жизни. Но это уже другая история, это уже другая программа, над которой мы сейчас с Оксаной и работаем. Отдельно хотела сказать о том, что по окончанию тренинга Оксана не пропадает, она также сопровождает, также интересуется и помогает. Если есть какие-то затыки, помогает решить эти затыки. Если какие-то успехи, то, конечно, она радуется вместе с нами нашим успехам. Она всегда на связи и отвечает, в течение 2 минут, наверное, на вопросы, которые возникают. За это я очень благодарна, что я, даже окончив этот тренинг, я не оказалась один на один с моими дальнейшими вопросами, которые неизбежно возникают. И, конечно, хотела выразить огромную благодарность Вселенной, которая дала мне такого наставника, безграничную благодарность самой Оксане за ее терпение, за ее труд, за ее стремление помочь нам, вывести нас из этих ситуаций и дать нам дальнейшую полноценную радостную жизнь.